Всем привет, друзья, из Алании. Летние, опять можно сказать, меньше слов. Смотрите, это просто, чтобы всем было понятно. И поэтому все идут сразу же в банк. Рассказывать будет, что сегодня на солнце не было выше 20 градусов. В тени сейчас 21-22, на солнце 25-27, в зависимости от места, где вы находитесь. Очень жаркий день довольно был вчера, но сегодня вот почти с самого утра, сейчас всего лишь полдень. И уже я, кстати, в таком виде, как вам показал, я уже не выходил довольно давно. Ну, имеется в виду без кроссовок, босиком. И поверьте мне, реально комфортно. В 20 градусов или в 21 я вообще в куртке хожу. Поэтому, друзья, не верьте провокаторам разным, которые нагнетают разные слухи, искажают погоду и так далее. На солнце 25-27, площадь Хаджет перед нами. Боже, сколько тут голубей. А, их кормят. Вау. Вовремя я подошел. Главное, чтобы мина не упала сверху. Тут их сотни, тут их несколько сотен. Смотрите, как много. Я еще столько немного не видел. Вау. Все, сматываемся. Ну, видео, собственно, короткое о погоде. Сейчас я иду на Ноэль Пазары, что переводится как рождественская ярмарка. И видосиков будет много. И я думаю, будем смотреть мы их, наверное, несколько дней. И ждет также приятная встреча меня там с человеком, которого вы тоже знаете и любите. И мы с ним совместно будем сегодня тоже какие-то видосики делать. О, голубей лучше отсюда наблюдать. Все, друзья, выключаюсь. Короче, температура воды в море вчера была 21 градус. Не 20, не 19, не 12. 21 вчера была вода в море. И о погоде сегодня я вам рассказал. Не пропустите интересных видео с рождественского базара. Будем смотреть, что там происходит. Я думаю, что... Ну, собственно, там, как всегда, стандартно. Куча еды. И выступать коллективы будут разные на сцене. Все это мы увидим. Давайте оленя вам покажу. И пока все в этом видео. Попрощаемся с вами. Будем беречь аккумуляторы для съемок интересного чего-то. Суббота, Алания.